Всем здравствуйте. Сегодняшнее видео будет у нас по стайлингу такой модели, как Traxxas Tactic Unit. Но модель у меня не полностью, как говорится, траксовская. Вот. У меня только от него корка. Значит, что хочется сделать? Снял я, значит, для работы, для удобства подкрылки, которые у него там стоят. Держатся они на фендерах. Вот. А для чего я это все дело снял? Смыл я, как вы видите, фары и отпечатал туда вот такие вот модули. Покрасил их в черный цвет. И вот туда на термопистолетик мы их приклеим и вставим диодики. Дальше. Наклеечки отлепил, все. Дальше. Что у меня в планах? Значит, снял я наклейку с морды. Сейчас тоже ее смою. Смывать будем обычным растворителем. Вот. Становится она немножко, конечно, матовая изнутри. Вот. Но можно капнуть и не тереть. Тогда она разъест и зафиксируется глянцевая. Но матовая, в принципе, даже, может быть, будет получше, чтобы свет немножко рассеивался, а не было прям диоды видно. Следующий шаг. Решетка. Сзади радиатор. Отпечатал вот такую вот решеточку. Наклеечка, которая здесь была, приклеил только на верхнюю часть. И вот сюда она будет. Такой будет стиль, весь выпирающий. Матовая краска. Вот. Вот такая решеточка. Далее. На все стекла. Планирую сделать накладные вот такие вот защиты. Весь кузов будет в таком стиле, значит, выпирающем. Не просто наклеечки, а уже будут стилизованные все рисунки, все стекла. Не знаю, может быть, и болтики сюда как раз-таки такие вот сделаем мелкие. Вот. Сделаем из него такой более симпатичного. Ну, на мой взгляд. Хочу сделать туманки. Ну, тут, скорее всего, будет тоже вот так все полностью смыто. Но диодик будет только один. Не знаю, посмотрим, вот как это будет выглядеть. Дальше видно будет. Следующий пункт. Все вот эти вот элементы, вот двери, которые тут раскидываются, я их тоже хочу сделать на 3D принтере. И покрасить. И вот сюда тоже хочу сделать фары. Как это будет выглядеть, смотрите, потихонечку я начал заниматься. Буду дополнительно, может быть, фотографии какие-то прикладывать, но, может быть, и просто небольшие вставочки будут по включению по нему. А сейчас мы, значит, берем растворитель и смываем там, где у нас будет решетка местом. Потому что изнутри хочу поставить радиатор. Все элементы, которые я печатаю, будут доступны для заказа в группе ВК, если кто-то захочет потом сделать такой же себе стиль. Ну а вы смотрите, комментируйте, нужно или не нужно. Пишите в комментариях, интересную ли задумку я придумал. Вот. Или надо было бы оставить корку без изменений. Корка эта будет устанавливаться на шасси от MST CFXW. Я ее назвал Nedotraxxas. И тоже как бы будет на порталах, но, как говорится, немножко другой конфигурации. Ну все, следите. Небольшое включение. Значит,
по поводу решетки. Смыл изнутри, напечатал радиатор, туда будет. Сейчас я еще полирну, чтобы прозрачно было. Вот радиатор там внутри будет. И отсюда вот такая решетка. Не знаю, видно, нет? Вот так. Вот, дальше. Фары смыты. Значит, вот такая туда будет штучка, модуль, приклеиваться под два диодика. Вот, и разработал такой вот проектик. Один диодик, получается, 3-5-миллиметровый, как туманка будет, и три диодика 3-миллиметровых под, ну, типа поворотник, ходовой, не знаю, но будет у меня всегда светиться. Вот, это будет вот там внутри стоять. Сейчас особо не видно. Далее будут вот такие на капот воздуханы, воздухозаборники. Вот так вот. Воздушники. Вот. Печатается еще там у меня некоторые элементы. Так, радиатор, фонари. Дальше. Вот такие вот двери сзади будут. Но, наверное, я их немножко переделаю. Вот, это скачанный проект. Такой вот, видите, он прям, ну, как бы копийный. Но мне что-то не особо зашли. Хочу попробовать побольше их, покрупнее сделать. Ну, не знаю, как говорится, посмотрю. Дальше, значит, сделал проект под задние фонари. Будет два диодика 3-миллиметровых стоять. Ну, сейчас постепенно, как будет делаться, так буду сюда ставить. Вот 3-миллиметровые. Можно было, значит, просто просверлить и вот эти вот железочки поставить по одному диодику. Но мне не понравилось. Я их, может быть, куда-нибудь по углам еще дополнительно, как туманки, сделал. Или в бампер. Вот. А сюда фары хочу как полноценные. Два диодика будет. Ну все. Значит, потихонечку я эти вещи все мажу, крашу, шкурю. Вот. Подготавливаю. И все будет прикручиваться на саморезике. Все. Приклеил решетку. Клеил туманки, клеил фары. Так, изнутри, значит, туманки. Приклеил все на герметик кучуковый черный, чтобы не было видно. Туманки, фары и радиатор. Сзади также смыл. Вот, лишнего немножко пришлось подкрасить черненьким. Ну и вот такая вот мордочка получается. Значит, что мы делаем дальше? Подготовил я элементики. Вот, значит, там я уже на фотографиях приложил. Вот такие вот модулечки сделал. Два диодика втыкаются и снизу приклеиваются. И получается то, что будет вот маленькие верхние фары, там, где они задуманы. Буду два диодика светить. Хочу сделать не очень ярко, чтобы прям такой рассеивающий, легкий свет был. Дальше. Накладки на капот. Накладки на капот, накладки на двери, накладки сзади. Так что вот сейчас все это дело устанавливаем. Паяем свет везде. Ну и проверяем. Вот диодики взял. Так, и самое главное, прикручивать все будем на вот такие маленькие винтики. Они белые, я не знаю, потом придется, может быть, их покрасить. Не знаю, посмотрю, как вообще будет это все дело.
Есть под резьбу, есть без резьбы. Вот такой вот модулечек с маленькими болтиками. Тут от 1 мм, 1,1, 1,2, 1,4. Вот такие прям маленькие-маленькие. Это для очков у нас. Наверное, я брал. Ну, короче, просто в налишки вбил самые маленькие. И вот такие вот две баночки я покупал. У меня в распаковочке есть ссылочка на них. Вот. Там есть безрезьбовые. Посмотрим. Если сейчас будет хорошо получаться, просверлим тоненьким сверлышком. И попробуем на жесткую их туда втыкать. Я думаю, что равно никуда не отвалится. Либо сзади гаечкой подтянуть. Гаечки тоже в комплекте. Вот. И чтобы не было видно, что это у нас, получается, тут головки такие торчат. А то у нас будут типа болтики. А там есть именно прям похожие под него. Так что сейчас это дело все устанавливаем. И смотрим уже на конечный результат. Наклеечки все вот эти придется убрать, которые с ним идут. А может и оставим, не знаю. Просто очень много получится типа болтиков. Не знаю, сейчас прикину. Ну вот такой вот промежуточный результат. Решетки на капот. Решетка спереди. Фары, туманки, ходовые огни там будут. Далее с боков решетки на окна. Сзади воздухозаборник. Здесь у нас двери. Ну и с этой стороны вот так. Люк и... Как она? Ну, люки пока под вопросом еще. Ну, возможно, тоже будут. Ручки тоже под вопросом, но посмотрим сейчас, как дальше дело пойдет. Сейчас надо спаять все фары, задние фары закрепить. И уже после этого посмотрим дальше что-нибудь. Пока что вот так.